Таиланд депортирует задержанного россиянина на родину. Предприниматель Василий Смольников был задержан в королевстве по запросу российского бюро Интерпола. Смольников был учредителем компании «Черногорск отдел строй» и депутатом Черногорского горсовета. Его компания получила подряд на восстановление домов, которые пострадали от пожара в Хакасии в прошлом году. Однако, по версии следствия, выделенные 12 миллионов до погорельцев так и не дошли. В нашей стране мужчину обвиняют в даче взяток, растрате средств. Россиянин был задержан при попытке покинуть Таиланд и отправиться в Малайзию. После соблюдения всех формальностей бизнесмен в сопровождении сотрудников российской полиции будет доставлен в Москву. Предположительно, это произойдет уже в середине сентября.